значительный объем товарооборота идет как раз по приграничным территориям между собой. Люди общаются, лучше даже знают ситуацию, чем из центра, о возможностях, ситуацию о возможностях друг друга и развивают эти отношения. Я уже не помню, какой там объем, но там, по-моему, свыше 50% уверенно приходится на приграничной территории. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве. Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за поздравления, за ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. Вот с вами еще поговорим в ходе обеда рабочего. Аяқталды.